Да, скорее всего. Как зовут? Алла. А разворот? Ой-ой-ой, блядь. А куда прыгать? Так, руки опять неправильно держишь. Каска что-то съезжает. А ну-ка, вот если вот так вот сделаем. Сейчас. Да там уже пофиг, как каска будет висеть. В принципе. Ну, так должно быть лучше. Ну, опять говорю, руки неправильно держишь, перекинь. Ага. Все, давай. А прыгать куда? Вперед, а да? Вот видишь, вот длинное здание. Угу. Вот на него. Ёб твою мать. Как страшно-то. Забей вообще на все. Вообще ни о чем не думай. Так, держаться за чего-то, да? Да, можешь держаться. Может, лучше толкнуть меня? Ну, тогда тебе нужно встать двумя ногами и взяться руками за ступеньку. Так, ладно. Вот за эту, да? Да. Вот так? Да, двумя руками. Стой, подожди. Двумя ногами вставай на экзит. Ёб твою мать. Стой, стой, стой. Все, держись рукой. Конечно. А куда меня не пустят? Лёша, спасибо. Но меня толкнули, я попросила. Я бы сама так. В смысле, я такая лечу, сначала закрытыми, а потом открыла, а потом такая, ёб твою мать. Ой, сейчас самое жесткое, да, будет? Ой-ой-ой! Вау! Они все какие-то... А я прям... Так. Стой, стой.